привет! Выходные подкрались незаметно, самое время задуматься, как их провести лучше всего. Какую программу подготовил город, разберемся вместе прямо сейчас. Поехали! Познать историю родного края через куклы. В доме музея Ленина открылась выставка авторских кукол. Свои работы представляют мастера со всей области, более 300 кукол ручной работы. Это просто сказка какая-то. Проработает выставка до начала весны. Посетить мир, не выезжая из Самары, можно. Ведь переноситься можно не только физически, но и с помощью искусства, например. В галерее «Вавилон» художники показали картины из своих путешествий. Выставка «Отечественная война 1812 года» откроется 15 февраля в Самарской филармонии. Именно события 12 года сильно повлияли на развитие художественной культуры. На выставке можно посмотреть, как именно. Музыкант, бизнесмен и директор школы. Три совершенно разных человека и три разных истории, которые они расскажут сами в рамках международного проекта «Город. Разговоры». В воскресенье в 16:00 во дворике музея «Модерна». Премьера экспериментального спектакля «Боль» намечена на 14 февраля в «Стрелка-холл». Это безумно трогательная работа, которая затрагивает все самые важные аспекты жизни, говорит автор. Начало в 7 вечера. Сегодня вечером в галерее «Виктория» показ видеоарта, посвященного женской самопрезентации, с комментариями. Начало в 19:00. Соединение поэзии, современной музыки и видеоарта в 7 вечера в субботу в проекте «Поэзия любыми средствами» в Горький центр. На этом все. Всего вам доброго. До встречи!